«Качай нейрон» с учеными Томского государственного. Всем здравствуйте, наши слушатели. Меня зовут Андрей Пархоменко, я сотрудник научной библиотеки и очень сильно увлекаюсь онлайн-курсами, есть несколько своих онлайн-курсов. Хочу представить вам профессора Высшей школы экономики Керов Валерий Всеволодович. Он еще и ведущий научный сотрудник лаборатории библиотечных и коммуникационных исследований библиотеки ТГУ. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Также сегодня с нами студентка факультета исторических и политических наук Анна Мананикова. Привет. Добрый день. Сегодня мы планируем обсудить наше мнение об онлайн-образовании и о том, куда бы следовало его направить с разных сторон. Да? Давайте начнем. Первый, наверное, такой вопрос. Что вы думаете о сегодняшнем онлайн-образовании? Как вам кажется, куда стоит... Ну, мне кажется, что это важный вопрос, тем более, что онлайн-образование, так называемое онлайн-образование, сейчас у нас активно пропагандируется и внедряется. Поэтому, конечно, это правильная тема для обсуждения. Дело в том, что онлайн-образование в нашей стране несколько отличается от аналогов в зарубежных странах, прежде всего Европы и Америки, скажем так. Дело в том, что в нашей стране созданы уже сотни, если не тысячи курсов, но я пока не сталкивался ни разу с онлайн-курсом в полном смысле этого слова. Речь идет о видеолекциях записанных, причем, как правило, не интерактивных, и затем в формате онлайна, возможно, это тесты по лекциям, их решения, ну, потом, возможно, даже итоговое какое-то тестирование, аналогичное экзамену. Что я хочу сказать? Это вещь нужная, несомненно, даже в таком формате, какой есть у нас. Но, конечно, сами по себе вот этот видеолекции, курс, состоящий из видеолекций, с небольшим проверочным компонентом, аттестационным типа тестов, конечно, не только, скажем так, недостаточно эффективен, но во многих случаях бесполезен. У нас в Высшей школе экономики активно развивается это дело. Создано уже, значит, вот не так давно, мне называли цифру, 160 курсов. Часть из них, значительная часть, развернута на так называемой национальной платформе «Открытое образование». Ну и это не для студентов, а для студентов те же курсы существуют немножко в другом формате и используются во все большем числе образовательных программ, специальностей, то, что раньше называлось. Вот, но мы, так сказать, поставили бесчеловечный эксперимент на некоторых из этих образовательных программ, попробовали курс в разных форматах. Дело в том, что нам сразу показалось, что в чистом виде видеокурс не может быть эффективным. Мы предпочитаем составной или комбинированный курс, говоря иностранным языком, blended learning, когда видеолекции дополняются или дополняют аудиолекции, аудиторные лекции, ну, в смысле, аудиторные лекции и аудиторные семинары. Просто одни видеолекции мы не пробовали, потому что прекрасно понимаем, что придется весь курс потом отчислять. Мы пробовали в формате на видеолекции и аудиторные семинары. Резко снизилась успеваемость, и у нас есть такая замечательная вещь, как выразительная кнопка. Или студенты называют красной кнопкой, когда они чем-то на западный манер. А когда они чем-то недовольны, они там нажимают кнопку и говорят: преподаватель там меня обидел, там что-нибудь еще такое сделал, не так что-то сделали, нарушили регламент. И вот, в частности, да, и такие кнопки две в отношении специального офиса, да, который потом преподавателям рассылает эти сигналы, и студенческий такой, не форум, студенческий комитет, куда студенты тоже жалуются. Так вот, огромное, ну, значительное количество нажатий этой кнопки было, и студенты требовали аудиторные лекции. Потому что на семинарах они очень нужны, потому что надо смотреть в глаза человеку, надо общаться, нельзя по видеолекциям спровоцировать такой вот не просто живой интерес, но какой-то диалог.
А в аудиторных, в аудиторном варианте это возможно. Так вот, попробовали только семинары, оказалось, резко снизилась успеваемость. Эти специальности вот сейчас перешли уже на такой вот тройной состав. Это видеолекции, аудиолекции, аудиторные лекции и аудиторные семинары. Вот в этом формате это оптимально. Получается очень даже неплохо. Я объясню, почему такой комбинированный курс, но почему он не может быть не комбинированным, это, я думаю, понятно, если надо, я еще откомментирую. А почему лучше всего, эффективнее всего именно вот такая тройчатка? Дело в том, что тот курс, который мы историки, да, потому что я не просто профессор высшей школы экономики, а профессор школы исторических наук высшей школы экономики. Вот, соответственно, исторический курс, который мы создали, он по-своему уникален. Вот вы говорили, что вы автор нескольких курсов. Да. У нас другая ситуация. Мы создали курс, который лекции читали 7 человек. Причем в чем фишка этого курса, говоря студенческим языком? Узкая специализация, научная специализация лекторов. Скажем, Древняя Русь, две лекции по Древней Руси. Читал Игорь Николаевич Данилевский, один из, ну вот Анна знает, наверное, его, да, один из крупнейших специалистов в нашей стране, да и в мире тоже, по истории Древней Руси. Там, ну, скажем, сталинская эпоха. Читал Олег Витальевич Хлевнюк, главный сталиновед всех времен и народов. Ну и так далее, да, то есть 18 век это Александр Борисович Каменский и так далее. Вот все это очень здорово, потому что люди знают этот материал, а не просто так один человек читает от Древней Руси до распада СССР. Там какие-то нюансы, какие-то аспекты. Это очень здорово. Но, вы понимаете, у этих 7 лекторов разная точка зрения на, может быть, да, и в данном случае так и было, на историю страны в целом. И вот эта разная точка зрения, она реализуется на материале конкретной эпохи. Как потом студенту, да, вот он посмотрит эти лекции, и чего? Кто прав-то? Эта картинка может рассыпаться. Вот для этого как раз нужны аудиторные лекции, аудиторные семинары, которые вот связывают в единую концепцию эти очень интересные лекции. А почему полезно именно с этими видеолекциями? Это различные точки зрения. Я не знаю, как вот во многих других дисциплинах, вот Андрей как писал, наверное, у вас там одна точка зрения присутствует. А у нас в этом видеолекционном курсе и, соответственно, в комбинированном курсе есть разные точки зрения. И вот это методически очень интересно, как это решать. Мы проводили специальные, ну, я не знаю, как это назвать, такой развернутый научный семинар, несколько дней выездной для преподавателей других вузов, где объясняли, как методически вот семинары читать, и в них вот одна точка зрения высказана Андрей Борисович Каменский в отношении Петра, да, а значит, лектор аудиторных лекций или руководитель семинарских занятий, у них другая точка зрения на Петра I. Это такая неоднозначная фигура в нашей истории. Некоторые считают, что это вообще главный вредитель вообще. Так вот, как это сделать методически? Мы знаем, как это сделать. Я сейчас вам не расскажу, чтобы, значит, для людей заинтересованных была возможность приехать к нам и получить уже развернутую консультацию. У нас есть, кстати, учебно-методический комплекс. Ну, во-первых, для самого курса, да, и для того, как его читать в комбинированном варианте. И, значит, ну, не студенты, а преподаватели, в том числе и достаточно, так сказать, не совсем юные, обсуждали, вот сейчас это было в сентябре семинар в научно-учебном центре Вышки Воронова под Москвой. Так вот, значит, обсуждали этот УМК, свои какие-то предложения давали, иногда очень интересные, как вот переделать. Я, например, сам, я читал этот курс, как бы для преподавателей, ну, вел эти занятия, это, наверное, не курс, конечно, лекционный.
И я сам для себя много интересных вещей вызвал, там узнал, это, в общем, ну, это правильно. Я еще раз убедился, что вот видеолекциями стоит, даже если они составлены на основе различных точек зрения, стоит дополнять обычный аудиторный курс. Еще один момент важный для вузов. Для студентов нет, для руководителей. Это то, что таким образом меняется учебный план, да? Все-таки меньше аудиторных занятий становится, и там какие-то важные для министерства показатели какие-то улучшаются для вузов. Но, конечно, нельзя, еще раз говорю, нельзя оставлять исключительно видеоряд, потому что закончится это, повторяю, вот, ну, резким снижением успеваемости, и несчастные студенты потом, мучая преподавателей, должны пересдавать. А в итоге они что там, что они могут? Ничего нового они же не получают при пересдаче. Они могут выучить наизусть учебник. А учебник, конечно, придается к такому курсу. Это понятное дело. Это уже зависит, какой учебник, допустим, по отечественной истории, зависит от лектора. Аудиторного, тот, который в аудитории читает. Ну вот, ребята перед пересдачей прочитали этот учебник. Ну и были люди, которые сдавали третий раз уже комиссии. На это вот я таким образом поняли, да, запугиваю тех руководителей вузов, которые попытаются вообще выгнать всех преподавателей и оставить один телевизор. Спасибо. Понятно, да. Я думаю, что нам стоит еще послушать Анну, что она думает об онлайн-образовании. Был ли у тебя опыт какой-то прохождения онлайн-курсов? И расскажи о нем, если был. Ну, да, у меня был опыт прохождения онлайн-курсов. В частности, я слушала, была слушателем курса отечественной истории Высшей школы экономики. Мне, кстати, очень понравилось. Но действительно не хватало каких-то аудиторных занятий, потому что даже не то, что аудиторных занятий, не хватало обратной связи с преподавателями. Конечно. Да, потому что много хотелось спросить, уточнить. Но, тем не менее, я считаю, что просто даже прослушивание курсов, изучение видеоматериала очень полезно. Потому что в моем университете мне преподают те же предметы, но с одной точки зрения. Я могу их изучить с разных видов. Я могу прослушивать не только курс Высшей школы экономики, но и другие, и получить более полную картину интересующего меня предмета. Поэтому я думаю, что развитие подобного вида курсов очень полезно. И, ну, оно, конечно, не может заменить полностью аудиторной работы, но оно может эффективно ее дополнять. Конечно. Я вот хочу еще одну вещь добавить. Мы говорим об отдельных курсах, да, но не о какой-то вот учебном плане всей дисциплины. Потому что для историков, для нас очень важно, огромное количество есть предметов, которые вот в телевизоре вообще, так сказать, невозможно изучать. Археология, археография. Многие другие такие вот прикладные предметы, да? Даже, наверное, какую-нибудь нумизматику, это вспомогательная историческая дисциплина, можно в кино что-то там выучить. А вот научиться, не знаю, копать, да, или вот археографию, я так понимаю, что вы, да, Анна, с ней связаны. Ну как? Ну и потом, сейчас, извините, последнее. Да, я вам так скажу. Огромное значение имеет запах. Да. Запах бумаги, запах документа, который совершенно волшебным, мистическим образом действует на исследователя. Даже если это начинающий исследователь. Тем более даже, может быть. Хотя я вам открою секрет, это до старости будет. Да, извините. Ну так вот, про то, что нельзя изучать какие-то там прикладные дисциплины. На самом деле, некоторые доказывают, что можно. Есть такая школа, она, по-моему, называется I Love Swimming, которые сделали онлайн-курс по плаванию. В плавании тоже есть какая-то теория, которую можно передавать через онлайн. И более того, когда я начал смотреть отзывы на этот курс, были люди, которые писали, что благодаря просто видео этому курсу они пошли в бассейн и научились плавать. Очень плохо, но я думаю, что там без техники, но держаться на воде они научились. И я думаю, что в каждом предмете есть такая часть, которую можно рассказать онлайн, тем самым дав больше времени на то, о чем вы говорите, на практические занятия в классе, в бассейне или где-то еще. Нет, это я совершенно о другом говорю. Речь, то есть практические, скажем так, предметы, они там вообще, так сказать, без сомнения, да, вы не станете чемпионом мира по плаванию, если будете пользоваться только видеокурсом, да. То вот правильно сказать, на воде держаться. Хотя я, например, в свое время учился плавать без видеолекций. Так вот,
Нет, речь идет о другом. Это не прикладные какие-то объяснения, как собрать детскую коляску, да, там вот мы, скажем, видим там, куда что подсоединить. Нет, речь идет об аналитических лекциях, да, когда, я не знаю, там какая-то эпоха, например, 17 век, я говорю об историках, там 17 век, помните, очень хорошие лекции, да, сам читал. Так вот, значит, 17 век, да, вот что там прикладного? Я объясняю тенденции, да, я как-то структурирую материал, да, который иначе нельзя сделать. Это не прикладное, это представление определенной концепции, да, в отношении, в данном случае, эпохи и проблемы. Поэтому не только прикладные не могут сводиться к видеолекциям, курсы, но и аналитические также. А вот вы говорили, что многие люди начинают плохо сдавать экзамены. А вот почему такое происходит? По факту вы можете структурировать материал и преподнести выверенный материал и в видеолекции, и каким-то образом даже проверить те знания, которые они получили в видеолекции. Что мешало студентам выполнить все то же самое, что и при работе в аудитории? Еще раз говорю, в нашем варианте, вот в вашем видеокурсе может быть, давайте, а в нашем варианте не было, как вам сказать, полноценной связки между лекциями в плане, скажем так, теоретическом. Ведь эпохи не существовали отдельно, да? Uh-huh. А одно вытекало из другого. А 18 век и Петровские преобразования, в частности, невозможны без того импульса, который в 17 веке получили реформы в нашей стране. Понимаете? То есть вот это выстроить ряд, тем более, если бы лекций было там больше 100, наверное, можно было бы попытаться. И то должен был быть, знаете, как это вот в фильмах, где русские сказки, там взять какая-нибудь старушка в окошке, которая объясняет, чем закончилось, с чего началось, между чем, так сказать, связи какие-то устанавливают. Uh-huh. Вот, это основная функция аудиторных лекций. А если сделать такой курс, в котором как раз вот эту вот задачу выполнил другой лектор, который соединил там разных лекторов, разные точки зрения, в общем, такой обобщающий и предлагающий работать с этим. К нашим, значит, 14 лекциям добавить еще 14, да? Да, представим. Ну, не вопрос, конечно, будет ли это можно сделать. Будет ли это так же работать, как аудиторное занятие? Ну, во-первых, вот Анна ответила, да, должен быть контакт, вопросы. Студенты ведь, вы поймите, не все понимают, тем более в большинстве вузов страны отечественная история – это предмет первого курса. Я не для историков, да, то есть там физики, химики, математики тоже проходят отечественную историю, это обязательно, но они проходят на первом курсе, они еще не умеют учиться, они еще не воспринимают визуальный ряд. Они на слух плохо иногда вообще понимают, о чем речь идет. Мы одновременно же их учим на семинарах аудиторных, на аудиторных лекциях. Мы их, как правило, конечно, аудиторные лекции сейчас проводятся не раньше, как человек выходит, бу-бу-бу, и прочитал что-то. Это интерактивные лекции, диалоговые формы, прежде всего. И они очень нужны. Потом, все-таки мобилизация. Это первое, да? Второе – мобилизация студента. Студент, если он смотрит эти лекции, одновременно потребляя гамбургер и кока-колу, да. У него усвоится гамбургер и кока-кола, а лекции не усвоятся. Хотя гамбургер – это вредно, а лекции смотреть наши полезно. Вот. А тут в аудитории, я их вижу, его глаза. Если человек спит на задней парте, я с ним не общаюсь. Я общаюсь с теми, кто не спит. Вот, наверное, как Анна, да? Вы, наверное, вообще на первую парту садитесь, да? Да. Вот. Есть такие отличники. Так вот, понимаете, и так далее. Можно очень много таких, как бы, объяснений, много причин, почему видеолекции сами по себе, почти бесполезны. Вот вы смотрите там какую-то передачу там про какое-то там прошлое нашей страны, там, библиотека Ивана Грозного. Хорошо, но общая концепция... Общие какие-то вопросы, вот в программах учебной дисциплины, которыми вы, наверное, тоже пользуетесь, да, там обязательно в начале цель, задача, это не просто так. Это сверхцель для преподавателя, который выстраивает этот курс определенным образом. Мы же не можем рассказать все, что мы знаем. Я в университет поступил в 1979 году. Если я начну рассказывать все, что я прочитал
даже о том же 17 веке, с того времени, то, во-первых, вам, может быть, просто даже это неинтересно, в отличие от меня. А во-вторых, ну, вот это, как вам сказать, слишком много. Мы выбираем, мы выстраиваем, мы какие-то куски, которые складываются, эти куски мы должны складываться в единую какую-то концепцию. Вы понимаете? Ну, и еще один надо момент не забывать. Есть две группы онлайн-курсов или видеокурсов. Это курсы по специальностям для специалистов, то есть по истории для историков. И, например, то, что сейчас массово происходит в высшей школе экономики, история для неисториков. Вы понимаете, это совершенно разные вещи. Если, слушая какие-то лекции по какой-нибудь дисциплине исторической, историк, даже если ему там что-то скучно с преподавателем рассказывать, предмет нужен, ему нужно, он обязан знать этот вот фрагмент исторической какой-то, какого-то нарратива. А для физика, если человек неинтересно рассказывает, если что-то не так, то он не воспринимает, он отключается. Тем более, что сейчас психологи доказали, что активное знание – это полчаса 40 минут. А мы читаем лекции без перерыва час 20. Понимаете, все, и все, это бесполезно. Проще вообще отменить этот предмет и отпустить студентов куда-нибудь там в библиотеку, пусть лучше, не знаю, что читают, Обломова или там братьев Карамазовых. Это будет полезнее гораздо. Поэтому, конечно, тут еще очень важно – разные предметы, возможно, с разным наполнением. Тут больше видеолекций, там больше аудиторных семинаров, тут больше аудиторных лекций. А понятное дело, что это вот прикладные дисциплины, какие-то дисциплины, там математика, физика, что-нибудь такое. Да, там наглядность, у нас это просто картинки, карты и тезисы для лучшего запоминания. А, допустим, для физика это, возможно, какой-то физический опыт, который там заснят и показан, или для химика наливает что-то из пробирок, бабах, вот очень познавательно. А мы не будем эксперименты там ставить в этих видеолекциях и не ставим их. Это тоже очень важно. Поэтому я не говорю, что ваши видеокурсы, они какие-то плохие, а вот наш хороший. Нет. У вас по какой, кстати, вы так и не сказали? Да, я сейчас расскажу. По какому предмету? По плаванию, я так понял, да? Нет. Вот. Ну, давайте. Анна, вы изучали онлайн-курс технологий в обучении? Нет. Онлайн-технологии в обучении? Нет, нет. Ну, по идее, сейчас многие на первом курсе студенты ТГУ изучают этот курс. Вообще, мы с коллегой Ульяной Захаровой сделали онлайн-курс технологии в обучении. Он абсолютно бесплатно, открыт, лежит на степике, stepik.org. Вот, и когда мы создали этот курс, мы создали его для всех, кто хочет изучать онлайн-курсы, кто хочет изучать различные технологии в образовании. Вот, суть этого курса, что мы показываем какую-либо технологию, говорим, как ей лучше пользоваться, наш опыт, и предлагаем воспользоваться. Потом мы проверяем, каким-то образом, воспользовался ли наш слушатель или нет. В этот курс уже прошло, по-моему, 3500 человек. У нас ниже 4,7 не падал рейтинг, ну, то есть достаточно высокий рейтинг. Это по какой? 10-бальной шкале? Нет, из 5. Из 5. Да. Ну, просто так на всякий случай. Вот. И этот курс на конференции, которая как раз сейчас проходит от Crunch Global, ну, то есть там, всероссийская или всемирная, я не помню, как это было точно. Ну, в общем, нас наградили в спецноминации «Технологии в обучении». Ну, то есть мы лучший курс про технологии обучения. Вот, каким образом мы создавали этот курс? Мы всегда, ну, изначально думаем о том, ну, вот, наверное, правильно понимать, что каждый курс, как вы говорите, должен быть уникален под каждую специальность, под каждое направление и так далее. Нужно учитывать цели этого курса, что мы хотим рассказать в нем, и мотивацию, которая будет у людей, которые будут проходить этот курс. Вот, в курсе онлайн-технологии обучения мы поняли, что, ну, людям, скорее всего, интересно развивать себя. И у нас будет достаточно мотивированная аудитория, которая будет выполнять там задания, ну, не знаю, поиск каких-то дополнительных курсов для себя и так далее. И вот одним из таких заданий было, что они в комментариях пишут те курсы, которые они подобрали на других платформах или там в степике, но те, которые им интересны. И у нас получилась огромная база, ну, то есть студенты были действительно замотивированы, они делали, выполняли это задание, у нас появилась огромная база очень классных онлайн-курсов, которые проходили другие люди и рекомендовали или не рекомендовали их. То есть собственная база при онлайн-курсе. И очень много вот таких вот созидательных моментов рождается, когда мы обучаемся онлайн. Я согласен, что, ну, там, математику или какие-нибудь там другие сложные аналитические предметы, где тебе нужно здесь и сейчас думать, где у тебя появляются вопросы здесь и сейчас, наверное, не сильно подходят для онлайн-курса.
Но при этом мы, как преподаватели онлайн-технологии в обучении, старались давать очень быстрый фидбэк. Если нам задают какой-либо вопрос, то мы получаем, мы установили себе приложение на телефон, мы получаем запросы и сразу же отвечаем. Конечно, с учетом времени, там, мы уже 3 года, как этот курс работает, мы все реже и реже отвечаем, и все реже и реже задают вопросы. Вот это что... онлайн как раз. Да. Это онлайн. Потому что есть база, в принципе, уже тех вопросов, на которые мы ответили, там все, ну, получают их и так далее. Вот. То есть я за то, что онлайн-курсы полезны, если они, ну, причинены в том месте, где они действительно полезны. Где мы проанализировали. Это что... никто не отрицает. Да, да. Да. Все, что угодно полезно там, где оно полезно. Наверное, я говорю про то, что сейчас у нас есть какой-то стандарт в государстве, в образовании, что вот так вот нужно делать онлайн-курсы, и вот так вот мы берем и заменяем их. При этом не сильно углубляясь в конкретные детали. И создаем онлайн-курсы точно так же, что просто берем и переписываем, да, офлайн-курс. Мне кажется, что пока мы не встретим большое сопротивление к этому, мы не перестанем это делать. И вот сейчас я вот как раз хочу выяснить, какое сопротивление у нас происходит, когда тебе навязывают там прохождение онлайн-курса вместо офлайн-курса. Ладно, надо спросить, да. Это... Как вы сопротивляетесь? Ну, честно говоря, мы не сопротивляемся особо. Ну, то есть у нас есть дисциплины определенные, которые были заменены офлайн-лекции на онлайн. У нас это была история полностью, безопасности, да? Жизнедеятельности. Да, они полностью заменены, но их курсов немного. И, честно говоря, это было достаточно интересно. Возможно, потому что это был лично для меня первый опыт вообще прохождения. Ну, не совсем первый опыт, но в университете первый опыт прохождения онлайн-курса вместо аудиторной работы. И по каким-то предметам я считаю, что... может быть, произойти неполная, но замена. Вот давайте с безопасностью жизнедеятельности. Я как раз участвовал в разработке этого онлайн-курса. Угу. Расскажите, какие впечатления после него у вас? Ну, я хочу сказать, что интересно его было смотреть. Он необычен, и его легко слушать, потому что информация дана очень в краткой и понятной форме. Но, с другой стороны, чтобы действительно запомнить, понять и запомнить, нужно было слушать несколько раз каждую лекцию. Хотя они очень короткие, там лекции буквально до 10 минут, да. А скажите, это был, поскольку я не видел этого курса, это был онлайн-курс? Вы могли задавать вопросы, на них тут же получать вот отклик? Мы могли задавать вопросы, но, скажу честно, вопросы никто не задавал. Или это просто видео какой-то ряд? Это был видеокурс, загруженный на онлайн. Нет, сразу можно было вопросы задавать? Нет, сразу нет. То есть там была база определенных вопросов, можно было задать, дождаться ответа. Но у нас преподаватель, который ведет эти курсы, собственно, работает у нас на кафедре, поэтому проще было даже вживую к нему подойти, если что-то непонятно, таким образом узнать. Вот. Ну, и я хочу сказать, что, возможно, онлайн-курсы именно только видеолекции направлены на людей, у которых хорошо развито восприятие слуховое, потому что, как таковое, видеоряд не дает особой информации. Там был просто преподаватель, ну и некоторые, да, тезисные информации, либо какие-то иллюстрации, картинки, но достаточно сложно, потому что, когда ты слушаешь долгое время, начинаешь отвлекаться. То есть в аудитории ты постоянно поддерживаешь контакт с преподавателем, он привлекает тебя, есть какие-то вопросы, ответы. Если ты слушаешь видеолекцию... Или строго говорит вам, не спите! Да. Если слушаешь видеолекцию, очень большой соблазн отвлечься на какое-то другое дело. Я могу слушать и одновременно что-то писать свое. И, соответственно, получается, что я не слышу. Идет картинка и аудиозапись просто фоном. Поэтому, конечно, снижается эффективность. А у вас не фрагментированы эти курсы? Фрагментирую, ну, то есть... Потому что у нас, например, это лекция, да, по, вот как бы лекция, она состоит из там, ну, на, вот в нашем варианте, от 6 до, по-моему, чуть ли не 12 фрагментов в разных вариантах, по там 8 минут, по 10 минут, по 15 минут, и таким образом, да, и это не просто так, нарезка, это какая-то проблема, какой-то, вот если говорить об учебнике, да, какой-то там раздел, пункт, и так далее. И, в принципе, вы можете что-то написать или съесть и выпить чаю, значит, между этими фрагментами, а потом снова подключиться. Мне еще, знаете, что, ну, как мне кажется, какие еще есть проблемы. Вот сейчас мы, получается,
бросаем студентов учиться онлайн, да, вот говорим, идите учитесь. Вот нельзя так, нет, вот нельзя бросать. Да. Нельзя. Ну, вот сейчас просто те курсы, которые заменены, они говорят, вот вам ссылка, пожалуйста, переходите, мы, они учат, как перейти и как записаться. Но дальше, что, как работать с курсом, то, что если ты начинаешь отвлекаться, то это твоя ответственность, ты остановись, поделай там все свои дела, а потом снова вернись к онлайн-образованию. И это еще и мотивация. Ну, то есть, если мне дали там онлайн, а там очень плохо, просто можно действительно все включить, оно само все прошло, у тебя автоматически галочки отметились, это как отметиться на лекции, да? А ты можешь действительно заниматься совсем другими делами. И это вот ответственность студента. Но как мы знаем, сейчас многие, например, в вуз, ну не как мы знаем, наверное, как я думаю, многие в вуз, особенно там мальчики, могут приходить не за тем, чтобы действительно получить образование, а чтобы откосить от армии. Пообщаться с девочками. Пообщаться с девочками, да. Ну, много целей на самом деле, да. И вот у нас достаточно большое массовое образование, и много людей за разными целями сюда идут. И действительно, те, кто хотят проходить и проходят онлайн-курсы, это очень маленький процент. И вот несмотря там, на наши награды, нашего онлайн-курса, на то, что мы там очень сильно старались и делали его, знаете, сколько завершает действительно и получает сертификаты? Примерно там 8-9%. Нет, только комбинированный курс. Я же говорю, что в противном случае ни в одном из предметов, какие бы они ни были, начиная от плавания, заканчивая какой-нибудь физикой ядерной, невозможна эффективность достаточная, если нет аудиторных часов. Мне кажется, что можно, но на вводных курсах. Ну, то есть полностью отдать. Ну, вот жизнедеятельность, знаешь, надо там, что там вас учат? Переходить дорогу по пешеходному переходу, не ходить на красный свет, да, наверное? Там были еще и про то, как делать там перевязки и многие вещи. Но проблема в том, что я видел, как делают перевязки в видео. Не факт, что я смогу это повторить. Да. На практике. Есть я вот надеюсь, вам не надо будет это делать. Надеюсь, не надо будет, но хотелось бы знать, в случае чего воспользоваться, да? Но не факт, что то, что я видел в видео, поможет мне действительно перевязать человека. Есть ли еще какие-то вопросы, которые нам нужно обсудить? Ну, конечно, тут речь идет о том, что у нас нет. Вот вы сказали, что есть некий стандарт, да, онлайн-курс. Нету стандарта. Вот, скажем, в нашем варианте стандарт, ну, минимальный какой-то, да, задавался нашей дирекцией по онлайн-обучению, дирекция Высшей школы экономики по, значит, онлайн-обучению. И они там что-то у себя придумывали, как-то что-то. Вот в действительности можно так, можно и этак, тем более, что эти рекомендации сплошь и рядом, за исключением там каких-то типа фрагментирования, их очень легко обойти. И все равно это очень авторские лекции, да, очень авторский курс. Может быть, даже более авторские, чем аудиторные лекции. Я говорил не про наполнение курса, то, что оно стандартизировано. Я больше говорил про то, что вузы сейчас стандартизируют создание онлайн-курсов для каких-то целей. Ну, грубо говоря, заменение там простых лекционных и просто берут и заменяют. При этом не сильно углубляясь в... Ну, это, к сожалению, это, знаете как... Из-за скорости, да, вот этой вот разработки, скорости включения онлайн-образования в образование фактически. Ну, я вам так скажу, если все курсы будут заменены вот этими видеокурсами, то российская высшая школа просто умрет и станет, вы правы, местом спасения мальчиков от армии. Вот это вот все, больше она ни зачем не будет нужна. А люди потом будут ездить куда-то на стажировки или вообще учиться по месту работы уже чему-то. Тогда вот такой у меня есть вопрос. Смотрите, а если мы посмотрим на каждый курс, поймем, где мы можем вставить онлайн-образование, чтобы сделать этот курс еще чуть более эффективным, и применим это к месту, будет ли все образование более эффективным? Что мы не просто, например, заменим каждый курс на онлайн? Нельзя заменять. Да, нельзя. Я согласен, что нельзя заменять. Дополнять, конечно, можно, я еще раз говорю, и нужно. Потому что как вы вот в нашем варианте, давайте так далеко, в нашем варианте, как вы еще увидите лекцию Данилевского, Хлевнюка, ну и Керова тоже, правильно? Только вот в таком формате. Это как дополнение тому курсу, который читают ваши очень хорошие преподаватели. И потом на семинаре у вас еще новый вид работы там и прочее, 5-10. Ну, как я понимаю, вузы же сейчас... И в каждом учебном курсе
есть свои какие-то вещи, вы правильно совершенно сказали, это надо, чтобы какие-то были специальные, я не знаю, как подразделения, скажем, вот наша эта дирекция, она такими вещами у не занимается. У нас есть дистанционное образование, у нас там, в принципе, мне нравится, как это все работает. Но они должны прослушать все лекции. Посмотреть понять, семинары, изучить, как минимум с этого начать, все программы учебных дисциплин, ПУДы так называемые, я не знаю, как они у вас называются, вот, и там попытаться что-то найти. А ПУД, как правило, он не отражает реальность, да, то есть один лектор читает там набор тем каких-то там, может быть, их небольшая развертка, а лекция читается вот таким образом. И надо, то есть другими словами, это должно быть еще столько же людей, сколько в университете работает, чтобы изучать и смотреть эти. Что я предлагаю в этой ситуации? Вот сделать ход конем и использовать вот студентов, хороших студентов. Аня, вы хорошая же студентка? Надеюсь. Что, надеюсь, вот, зачетку вашу взять и все видно. Так вот, хороших студентов для анализа вот этих курсов. Скажем, вот этот курс не хватило того-то, всего-то. Причем не вообще так на всю страну, вот все курсы по отечественной истории. А вот конкретный курс, который читается там по истории, я не знаю, какая у вас там, насколько дискретен он, но очевидно, что для историков не может быть курса по отечественной истории. Да? Это курс по какому-то периоду, там курс советской истории, не знаю, и так далее. Да, вот конкретно курс советской истории, который читается на этом, как вы сказали, на ФИПЕНе этом, значит, вот сейчас, не 20 лет назад, сейчас. Вот что там хорошо, что там не хватает вам, да, что можно добавить? Сначала чего не хватает, потом чего можно добавить, в принципе, для улучшения. И вы могли бы советовать вот в этот самый центр какой-то, где они у вас там... Дистанционного образования. Да. Где вот разрабатываются уже какие-то рекомендации, и преподаватели ваши же или приглашенные. Пожалуйста, если надо, я приеду, вам все запишу. Или там... Да нет, я в Москве могу записать, или здесь, когда бывает. Да, конечно, да. Вот, и да, пожалуйста, дополним... Ну, я шучу, вы не поняли насчет меня, да. Я имею в виду просто каких-то специалистов. Вы можете своих, или у вас в Томске это город науки и культуры практически, использовать и дополнить то, что... Заполнить те лакуны, которые выявлены студентами. Тогда это подъемно, потому что если ваш этот центр реально будет смотреть курсы, а иначе никак. Вот нету другого выхода. Надо эти курсы, ну, я имею в виду слушать, вот реальные аудиторные. И сказать, да, в этом аудиторном курсе нужен, допустим, видеоряд какой-то такой. А сплошь и рядом здесь не нужны какие-то лекции, если тем более будет записывать тот же лектор. А нужен, допустим, нужна презентация. Там для кого-то графики, в нашем случае, например, карты. Да. Вот тезисы тоже не так, не очень, не всегда хорошо, потому что студент начинает это переписывать или там еще что-то, и вообще вас не слышат в это время. А я к презентациям так скептически отношусь. А вот карты, да, действительно, как у нас сейчас география в жутком состоянии в школе преподается, к сожалению, хотя лучше, чем 10 лет назад, но все равно. А вот у меня там периодически люди говорят, что там, вот сейчас вот я опрос всегда провожу на первой лекции, такой краткий, так вот. А человек сказал, что Волга впадает в Онежское озеро, например. Да, и там еще какие-то такие замечательные вещи иногда говорят. То есть карта нужна для историка. Проход куда, какие территории присоединили, чего. Или, например, студент, когда слышит, что в конце 18 века Россия, значит, граничила на западе с Польшей, допустим, а на юге, юго-востоке с Мексикой, включала свой состав нынешнее там Сан-Франциско, там была граница, Форт-Росс, русская застава, Гавайские острова там и прочее, то человек, он про Гавайские острова слышал, но где они? Он не знает. Поэтому вот карты, например, очень нужны. Вы посмотрели, вот вы не понимаете, вы время тратите на то, чтобы восстановить. Вы сразу сигнал даете вот Андрею или, так сказать, кому-то. Вот надо, значит, нужны карты, нужна презентация, хотя бы, допустим, только из карт. Потому что, ну, не обязательно только видеолекции, потому что видеолекции, они вне аудитории. А это вот в аудитории карты все видят. А, и, допустим, вот эти видеолекции, ну, приблизительно, чего вам там не хватило? Может быть, точки зрения какой-то другой. Да, вам показалось, что это чересчур недостаточно аргументированно и догматически. То есть, вот студентам,
А для студентов, кстати, надо бы составить пособие. Да? Как пользоваться. Как? Нет, не как пользоваться, а чего искать. Вот для Ани составить пособие и ее товарищей, на как смотреть и анализировать аудиторные курсы, лекционные и семинарские, как бы, да, в комплексе, чтобы предложить дополнение в виде какого-то видеолекционного ряда или в виде презентации, и, может быть, еще что-то такое. Поэтому, конечно, вот без студентов мы эту проблему не решим. А вообще вот сейчас существует ли какое-нибудь анкетирование после аудиторных курсов, хотя бы чтобы улучшить аудиторный курс? Ну, то есть студенты дают ли какой-то фидбэк по тому, что им преподали? Или это, ну, такое авторитарное? Зависит от вуза, кто мешает. Вот, пожалуйста. У вас такое есть? Нет, анализ лекций только самостоятельно. То есть, если вы хотите, пожалуйста. То есть такая, есть такие возможности. Если вы... Ну, у нас что есть? Одобрение и неодобрение. Лайк, дизлайк, да? Ну, условно говоря, да? Чего все время по-английски? Фидбэк, дизлайк. Так это современное, ну, это веяние. Такой томский язык, что ли? Так вот, я с этим достаточно на конференции нашей столкнулся, когда люди вот в простоте ни слова... Там, доминанты чего-то там, дисперсии, это историки говорят, не все понятно. Вот вы знаете, кто такие стейкхолдеры? Да, знаю. Заинтересованные стороны. Я думал, что это стейкхолдеры, люди, которые держат в руке кусок жареного мяса. Ну, неважно. Короче, вот нужно какие-то... так сказать, все равно какие-то, да, студентов использовать, и они, конечно, не будут сами по своей инициативе предлагать какое-то улучшение. Вот у нас есть такая вещь, да, что лучший преподаватель, ну, это, ну, так называется лучший преподаватель, просто преподаватель, которым три человека за курс, три преподавателя оцениваются любым количеством студентов, это добровольно, и, значит, кстати, за это даже деньги дополнительные платят. Ежемесячно, потом тому преподавателю, который стал как бы назван в числе трех лучших. А причем по разным предметам, то есть все что угодно, там физики могут вызвать отечественную историю. Все в онлайне. А онлайн выставляются набор преподавателей, за них голосуют? Нет, набор преподавателей, он известен, что студент вообще не знает, кто у него преподает, и он там нечего делать на этой платформе. А как вот, то в социальной сети голосуют или где? Да у нас своя же. Своя сеть, я не знаю, как это, я тут интернет. В терминах, какой-то, в общем, платформа какая-то, называется LMS, где есть там, вывешиваются курсовые, там какие-то еще вещи, расписание для студентов и так далее, и так далее. Там есть какие-то специальные вещи, окошки, я не знаю, как это назвать. Это тоже онлайн-технология. Да, да, это тоже онлайн. Она, вот это, кстати, вышки, вы познакомьтесь, это на HSI.ru, вот этот LMS, это очень, там есть пособие, как LMS-ом этим пользоваться. LMS латинские тут слова, латинские буквы. Вот студент может, да, но все, кроме этого, там, чтобы, да, или жалуется. Тот преподаватель, не знаю, тот-то, не тот, что-то не так сделал. А чтобы давать даже, ну, скажем, благожелательно какие-то рекомендации, что, мол, замечательные, ну, там просто интересные лекции, но вот этого не хватает. Или интересные лекции, но они бы, так сказать, лучше воспринимались, если бы я посмотрел, допустим, какую-то лекцию преподавателя какого-то другого, или даже не преподавателя, скажем, тот же Хлевнюк, главный сталиновед наш, он вообще научный сотрудник. Хотя у него есть небольшой курс, но он научный сотрудник вышки. Поэтому люди читают очень хорошо. Может быть, стоит вот лекции. Ну, я еще раз говорю, я вовсе не агитирую и, как бы сказать, не рекламирую. Точнее, ну, немножко совсем рекламирую наш курс. Но, в принципе, ваши же, если это комбинированный курс, то ваши же преподаватели тогда составляют тесты, задают какие-то вопросы студентам на семинаре, программу семинарских занятий с нужными проблемами, с дополнительной литературой и так далее. Состав аудиторных лекций, не только темы, но и некая расшифровка и так далее. Какие-то, может быть, тоже вопросы. Это делают преподаватели на местах. И я считаю, что видеокурс преподавателей Томского университета для студентов Томского университета не очень полезен.
Потому что то же самое студенты могут услышать в лекции аудиторной, только при этом они не будут жевать или что-то писать даже, вот Аня как делает. Но она, женщины все, они могут три дела одновременно делать. Вот я не могу, я должен одно сделать, потом второе. Или писать, или смотреть. Вот в этом случае аудиторные лекции тем более. Ну, а в чем отличие это содержание? Нет, естественно, если одно и то же содержание, то смысл. Но если один и тот же группа людей, хорошо, не не. Да нет, если они говорят, ладно, если они там один и тот же, но при этом у них разный контент в онлайн-курсе и... А зачем же? То есть они что-то такое... Нет, ну смотрите, ну, например, у меня есть введение, курс введения, и курс уже полный, да, там, с практикой. И я даю им введение на онлайн, они проходят его, и мы уже начинаем работать там практически здесь. Комбинированный курс. Да, это комбинированный курс. Ну что, вот мало часов, и поэтому вы видео еще добавляете. Два отдельных курса, на самом деле. Ну вот, отдельный курс, вот, это теория, и отдельный курс, это там какие-то еще дополнения к этой теории. Вот, и, то есть такое может быть, если там один и тот же преподаватель, мы просто какой-то процесс упростили, да, вот он получил студент сам знания, потом пришел ко мне, уже с этими знаниями мы идем там в глубокие темы, может быть даже практические, а может быть там теоретические. Ну, в исторической науке же, в истории не так, там мы просто проводим, что мы делаем на лекциях? Мы анализируем вот эти тенденции развития общества на конкретном материале. Нельзя анализ тенденций проводить в одних, как отдельно, а материал вот сложить эту, там, не знаю, в кучку, на полочку, в другом месте. Поэтому в истории, вот то, что, я не знаю, может быть, можно как-то еще, допустим, посмотреть эту, значит, лекции по безопасности, а потом вам придет моя сестра и покажет, как надо бинтовать. Да. В каких-то ситуациях, да, конечно. Это возможно. И может даже вам на семинаре вас попросят бинтовать что-нибудь. Ну, вот но в истории, вот в исторической науке, там вот именно в истории, потому что есть прикладные дисциплины, там, не знаю, какая-то, где можно, да, обойтись, или можно разложить, там, например, вспомогательные исторические дисциплины, да, там можно. А вот, собственно, в истории, да, в истории общества, так сделать нельзя. А вот можно, смотрите, если есть вот курс для историков, и там углубленное изучение истории, и вы рассматриваете на разных материалах, это все, в общем, достаточно глубоко. Есть же курс «История там, для физиков», «История для математиков». Я же об этом и говорил. Да, а если мы полностью... Можно ли так сделать, смотрите, оцифровать полностью весь курс истории для физиков, чтобы они посмотрели его как фильм в разных частях? Андрей, ну мы же только что об этом говорим. Вот мы оцифровали, у нас, пожалуйста, там все равно есть 15 проблемы. Лекций. Ну какая разница, все равно нужны... Давайте вернемся, да, к первым, просто, к первым строкам. Да, в чем суть вопроса? В том, что, ну, сейчас, как правило, половина вот тех физиков, да, которые сидит там после третьего ряда, половина даже, все, кто после третьего ряда сидят, они сидят и слушают музыку, там, смотрят фильмы на своем. Главное, чтобы отметиться, или больше, более того, не приходят. И вот, возможно, если бы у нас был онлайн, версия всего курса. Если люди спят на лекциях, никогда они не будут это время еще тратить, тем более бесконтрольно. А может быть, тогда зачем тратить время преподавателей, если те, кто замотивирован, они пройдут это онлайн, а те, кто не замотивирован, не пройдут его нигде? Вот в вышке, так сказать, есть свои минусы, есть свои плюсы, как в любом другом вузе. Но есть такое вот мудрое решение руководства, а при выставлении оценок, там вот текущих накопленных, там, да, работы на семинаре и прочее, и, естественно, итоговая оценка, которая плюс экзамен, не учитывать посещение. Вообще. Мудрое решение. Да. Фактически речь идет о посещении лекций, потому что посещение семинаров, да, если вы не пришли, то вы на них не работаете, баллы не получаете и так далее. А вот лекции, пожалуйста, за них никто ничего не стоит. Вам интересно? Физикам. У меня физики. Логисты. И математики у меня же. Еще какие-то там странные есть специальности. У меня 10 специальностей, 10 лекционных курсов в год. Понимаете? Просто приходят люди. Сначала приходят 250 человек, а потом там с третьей, как правило, лекции приходит там, допустим, 70. Ну, ради бога. Я наоборот говорю, ребята, кому не интересно, не приходите больше. Идите чем-нибудь полезным займитесь. Ну, во-первых, все-таки преподаватели преподают в значительной степени, ну, честно, для удовольствия. Мне не доставляет удовольствия разговаривать с человеком о том, что ему неинтересно, угу. Если не стоит, значит, цель заинтересовать. Просто, пожалуйста, да вы правы, сейчас ходят студенты с ноутбуками,
смотрят там кино, играют в шахматы, не знаю, там пасьянсы раскладывают. Не надо, ребята, идите куда-нибудь там, в библиотеку, туда, где там вот в коридорах вышки можно зарядить там везде вот эти гаджеты какие-то. Поэтому я еще раз говорю, просто так, так сказать, на их собственный какой-то откуп отдать предмет целиком, сведя его к каким-то лекциям, они не будут смотреть. У них будет задача какие-то семинары решить или там просто создать возможность списывания на экзамене, допустим, если экзамен какой-то вот такой реальный, не, так сказать, не виртуальный. Uh-huh. Все, у них задача будет получить какую-то оценку, а вовсе ничего не изучить. Поэтому, когда речь идет о людях, ну, профессионально не заинтересованных, допустим, в непрофильном предмете, вот вы правы, да, история для физиков. Кстати, очень многие физики интересуются. В этой ситуации отказываться от аудиторных, я не буду говорить лекций и семинаров, от аудиторных занятий, это все равно, что просто предметы отменить. Да, давайте в конце устроим тестирование, да еще онлайн. У меня тогда такой вопрос. Смотрите, вот вы говорили про преподавателей, что, ну, они... В общем, наслаждаются, когда преподают, и когда их слушают. И... Ну, не все, но как бы... Должны, знаете, ну, как хороший бы... преподаватель. Хороший, вот давайте так, хороший преподаватель, да. Конечно, получает. А вот когда вы снимали онлайн-курс, когда вас снимали, как вы чувствовали себя перед камерой? Расскажите вот эти вот ощущения. Перед камерой? Там же что? Нету, ну, студентов. Как вам было? Комфортно, некомфортно? Ну, конечно, комфортнее, когда вот глаза какие-то, да, там вот смотришь... Как шутил, я сейчас не помню, Эйнштейн или кто-то из математиков, значит, к нему после лекции подошел, математические лекции тоже есть вполне, значит, подошел слушающий, там, слушатель, и говорит, ой, как здорово, как вы блестяще все это вот рассказали, я все понял. А почему вы на меня все время смотрели? Ну, тут вот, не помню, кто, математик, он так как-то, или физик, он так, ну, так вот, ну, вот, смотрел. А потом его спросил его коллега, действительно, что ты на него смотрел-то? Он говорит, а я всегда выбираю в зале самое тупое лицо и обращаюсь к нему, пока оно не просветлеет. Понимаете? То есть, это тоже такое, конечно... Кого вы выбрали за камерой? Нет, я имею в виду... Нет. Там был один снимающий человек. Оператор. Нет, конечно, с живыми глазами интереснее и реагировать можно. И потом, конечно, это уже какой диалог перед камерой. Сам с собой разговаривать, это, вы знаете, признак нехороший. А так, ну, как-то можно абстрагироваться, ничего, нормально. Человек сам с собой, практически сам с собой разговаривает. Ну, мне было интересно разговаривать и с собой тоже. Просто вы представляли, наверное, ту толпу сидящих студентов за экраном. Я не представлял, просто я рассказывал, вот я вам могу рассказать. Вы же не историк? Нет. Нет, я вам могу что-нибудь рассказать интересное. Про Ивана Грозного, про Петра Первого. Я замечу, если вы уйдете. Но это не значит, что я должен прекратить. Остановлюсь, да. Поэтому нет, но я потом, у меня есть опыт такой, не то, что прям очень большой, но есть опыт... Так сказать, не потею я перед камерой, короче. Хорошо. В телевизоре периодически бывал. Ну так что, у нас уже достаточно много времени. Предлагаю подытожить. Есть ли какой-то вывод у вас, Анна? Ну давайте вот, Анна, я и вы, да, по паре предложений, да, вот итог. Да. Угу. Анна? Давайте с девушки начнем. Ну давайте. Ну, мы разговаривали о онлайн-образовании, да, и... Я считаю, что все-таки это полезно, и развивать это стоит. И мне понравилась мысль о том, что нужно дополнять лекции преподавателей, например, Томского университета, лекциями преподавателей других университетов. И не только Высшей школы экономики, возможно, в принципе... Не-не, ну я это не имел в виду. Ну, я понимаю. Просто это было бы очень интересно, это было бы очень здорово. И, возможно, комбинированные курсы устраивать как раз на этой основе, чтобы мы получали действительно не одну и ту же точку зрения, а более широкую картину. Возможно, даже, я не знаю, если появятся когда-то технологии, а я надеюсь, что они появятся, какие-то практические или семинарские занятия попробовать с другими преподавателями. Нет, технологии так и есть, но у нас просто они еще не развитые, да, когда вы можете, вот то, что вы делали, да, сразу же отклик какой-то даете, ответ на вопросы, вы можете задать вопрос. Пожалуйста, камеры-то есть в этих, во всех компьютерах? Ну, чат-бот это не совсем то, хочется с человеком. То есть, если я смотрю лекцию Данилевского, я хочу, чтобы мне ответил он, а не администратор курса, и я хочу быть уверена, что это он мне отвечает. Приезжайте, я вас познакомлю. Я бы очень хотела, правда. Вот. Поэтому я все-таки могу сказать, что
лично я смотрю курсы, онлайн-курсы, и мне интересно это направление, и я бы хотела, чтобы они развивались, в том числе вводились в ТГУ, и очень интересная мне показалась мысль о том, что, ну, очень приятно было бы, если бы студентов как-то, мнение студентов учитывалось при составлении онлайн-курсов, потому что действительно мы, как потребители, возможно, видим, что было бы лучше сделать таким образом или иным. А вот вы ответьте на вопрос такой итоговый. Курс, вот чисто вот этот онлайн, или все-таки комбинированный курс вы бы предпочли? Нет, однозначно комбинированный. Я считаю, комбинированный. Что полностью отказываться от аудиторной работы. Мнении, да. Я об этом уже говорил, только комбинированный курс. И если он еще тоже не просто формально комбинированный, да, там одно, тут другое, кто в лес, то по дрова, а именно, именно дополнение, чтобы одно точно дополняло другого. Да, а для этого нужно анализировать аудиторные курсы. Без анализа аудиторных курсов видеокурс сам по себе может повиснуть в воздухе. И представьте, в какое положение попадает руководитель семинара, да, если в видеолекции сказано, что большевики разрушили страну, а в аудиторной лекции написано, что это большевики-строители, значит, нового какого-то замечательного общества. Что делать руководитель семинара в этой ситуации? Хотя это вот очень, очень интересно, что будет делать руководитель семинара, если это третий человек особенно. Да. Поэтому ну, для историков, вы не историк, да, ведь совсем? Нет. Для историков очень важны различные точки зрения. У нас почти нету почти ничего, где бы историки все, там, или значительная часть подавляющая, я не говорю про советский период, соглашалась друг с другом и в деталях тоже. Обязательно чего-нибудь такое. Более того, мы вообще сейчас считаем, что студент обязан знать различные точки зрения, иногда противоположные. Во-первых, чтобы самому аргументированно прийти к какому-то мнению. Вот вам, пожалуйста, видео. Ну, не могут вот в Томске ходить на лекции преподаватели там, МГУ, например. Да? Пожалуйста, вот смотрите. У них тоже, кстати, есть курс. Смотрите. Может быть, не один курс, кстати. Может быть, несколько курсов. Вышка, МГУ, там еще где-то. Это раз. А во-вторых, я имею в виду по поводу точек зрения. Ну, а во-вторых, видео действительно сплошь и рядом, даже без вот этого онлайн-компонента, там, обратной связи, видео, ну, действительно, если это точно по тематике, точно вот туда, в ту лузу, какую надо, ну, дает возможность реально понимать, что это очень важно для историка. Ну, я не знаю, как. Вы кто по специальности? Первое образование — радиофизик, потом прикладная информатика. Ну, прикладная информатика — это прикладная все-таки, но хотя радиофизик. Ну, я не знаю, как у вас там с разными точками зрения, но во многих дисциплинах, во многих специальностях, история, филология, там, не знаю, математика, а если вы придете к мнению, что есть только, может быть, только одна точка зрения, то все, вы умерли для науки. И преподавать вам тоже нельзя. Последнее. Вот историки сейчас, большинство так постепенно подтягиваются к точке зрения, на которой выражено, значит, в этой вот известной притче о семи слепых индусах. Когда, значит, идут семь слепых, это она индийская, она персидская, там есть разные варианты, идут семь этих слепых и встречают, так держатся друг за друга, и встречают слона, и погонщик кричит: «Осторожно, слон, сейчас вас...» Они говорят: «А что такое слон?» Он говорит: «Ну, потрогайте лучше всего, чего тут объясняю». Они стали трогать. Кто хобот, кто ногу, кто там клыки эти, бивни. И потом говорят: «Мы знаем, что такое слон, и вот слон – это там колонна, слон – это вот этот лопух кожаный там и так далее». Кто из них не прав? Все. Только тот не прав. Почему они все правы? Только тот не прав, кто говорит, что вот эта труба кожаная, кто хобот потрогал, что это и есть весь слон в полном объеме, и это конечная истина. То есть историки должны признать, что могут быть разные точки зрения, потому что мы не в состоянии объять всю реальность. Понимаете, они все умерли, мы их не можем допросить. Поэтому вот обязательно здесь нужно и видеолекции,
конечно, дают такую возможность огромную, даже не, тем более не для историков, да, что физики теперь, многие считают, я участвовал в ряде дискуссий, считают, например, что вот закоснели эти историки, вот они там, вот у них одна точка зрения. Нет, не одна точка зрения. Вот вам видеокурс, вот вам аудиторный курс. Вот и вам другой видеокурс. Вот это, да, другой видеокурс. Кстати, это тоже хорошая идея. Не один видеокурс использовать, а разные, причем межвузовские какие-то варианты. Да. Вот так вот. Ну, а вы что решили? Ну, я тоже думаю, что онлайн-курсы должны применяться к месту. Я думаю, что это в принципе благо, большое благо для там, всего человечества. Ну, потому что оно стало доступнее, образование. Его, в принципе, может быть больше теперь каждый себе человек позволить. И это как бы благо, которое нужно просто хорошо научиться применять. Как людям, которые там, делают это благо, так и людям, которые принимают, да, эти блага, обучающиеся. Ну, вы знаете, что любое лекарство в больших дозах – это яд. Да, возможно. Вот. Ну, наверное, вот и все. Все остальное я уже все сказал. Спасибо большое за возможность поделиться своими мыслями. Спасибо вам за отличную беседу.